О, Верочка, здравствуйте! Рада вас видеть. Пришла на занятие? Сейчас уже, да. Сейчас я не боюсь взять микрофон, потому что 4 года назад я панически этого боялась. А сейчас я знаю, что я могу быть на каком-то мероприятии, даже в кулуарной обстановке взять микрофон. Минусовки, как правило, сейчас можно найти. И я знаю даже свои личные минусовки, и они со мной. Поставила, спела, особенно стараюсь, конечно, репертуар брать такой понятный моим друзьям, моим слушателям, чтобы они, моя песня попала к ним в тему, что называется. Вдох послушай. То есть, что нужно сделать? Также немного, не сильно. Увлеклась вокалом совершенно случайно. Я люблю вообще, в принципе, петь, но я пела из той оперы, что говорили: «Мама, только не пой». А поскольку душа просит, сложилось так, что я была в одном общественном объединении, и там случился проект, вокальный проект, и в качестве педагога была приглашена Анастасия Усольцева. Таким образом, я попала шикарнейшим образом сразу к большому профессионалу. Ну, естественно, я как человек, который тянется к творчеству, не могла не найти общих соприкосновений вместе с моим педагогом и с удовольствием начала заниматься индивидуально уже вокалом. И это уже продолжается большие 4 года. Конечно, в бизнесе помогает мои увлечения, потому что, во-первых, вокал помогает правильно учиться говорить. Я управляю своим дыханием, я могу правильно распределять силу голоса своего. Это, конечно, помогает. А когда ты красиво говоришь, тебя и слушают. А еще когда помада накрашена, вы вообще глаз не оторвете. Я живу в прозрачном чертоге, примеряя роль одиночки. Молодец! А у прошлого много историй. Молодец! И надо сказать, что я и супруга затянула в это милое предприятие. И сейчас мы поем, у нас и в репертуаре есть дуэт, и я думаю, что вскоре мы подготовим второй. Ни одного интересного сна в этом пункте проката. На фонари расстегнулась весна, только тебя нету рядом. Конечно, невозможно петь песню, которая тебе не нравится. Ну, еще моя свобода выбора. Я же не артист на сцене. Я пою то, что я хочу, и меня не заставляют петь песни про коммунистическую партию. Я говорю, я не такая даровитая, как многие другие жители нашей планеты, поэтому я очень долго ковыряюсь, копаюсь. Но тут еще временной фактор, поскольку у меня большая рабочая программа существует, и мое хобби, оно как отдушина, как такой счастливый глоток воздуха, который я вдохнула, а потом правильно выдохнула.